Так, добрый день всем, дорогие друзья. У нас тут музыка орет. В лобби первый раз так громко. Давайте же посмотрим с вами, что у нас есть на оценке. По орхидеям сейчас оценки много. Можете приезжать, тоже брать. Я сейчас приехал себе сразу. Беру самый плохой цимбидиум. Посмотрите, что с ним. Тля, белокрылки. Он весь пакет. Все в нем. Но тут есть новый рост. Я думаю, что спасу еще гриб. Вон есть. Но тут прям страшно все. Ну, такой приятный желтый. Ну, вот, посмотри, сколько тли. Ужас просто. Вот. И стоимость у него 5000. Вот. Тут еще два есть получше. Я их оставляю. Тоже желтые. Вот, смотрите. Но с ними нет таких проблем. Вон там, вон тоже еще один. У этого, посмотрите, какая бульба огромная. Посмотрите. Вот новые росты тоже есть. Прям хорошие. А вот у этого тоже, вон, видите, новые росты. Тоже более-менее хорошие. Также у нас здесь есть цитрусы. По вот такой цене, -70%. Несколько штук буквально. А, орхидеи там. Сейчас мы еще посмотрим с вами. Так, тут у нас розы. А, пальма. Кстати говоря, пальма. Цену пальмы мы не увидим. Цена там сдернута. Но тут у нас есть что-то заболевание. Какие-то вредители сидят. Бонсай. Вот, смотрите, бонсай есть. Один. Розы. Розы. Цикламены. Так, что у нас тут еще есть? Антуриумы. Тут какая-то то ли роза, то ли яблоня. Кэтрин. Ну, видите, да, тут уже все. К сожалению, не жилец. Кротоны парочку штук, еще антуриум есть и вот более-менее хороший цимбидиум. Поэтому приезжайте, кому надо, берите. И давайте с вами посмотрим, что у нас есть там дальше. Давайте посмотрим здесь. Розы, розы, розы. Азалии есть. По скидке, кстати, хорошие. Вот азалии прям хорошие. Эсхинантус опять. Пион древовидный.
Мы заботимся о вашей безопасности. Ну и петунии. Ну вот так. В принципе, выбрать есть из чего. Давайте теперь посмотрим на основную экспозицию. И посмотрим... А, кстати говоря, посмотрите. Я забыл, тут еще и дендробиум один. Нобеля остался. Тоже по скидке. Давайте его вперед выставим вот так. Но он... А, вон еще один есть. Вон сзади. Но там все плохо. Вот. Я уже спасал, поэтому мне уже некуда. Я сейчас возьму цимбидиум с собой. Вот, поэтому мне уже много. Вот, давайте теперь посмотрим на основную экспозицию. Так, ну что, мы вышли на главную экспозицию. Давайте будем смотреть с конца. И по кругу пойдем. Так, у нас здесь ценник 999 рублей. Вот. Такая. Она же, смотрите, осталась. Такая красота. Прям... Голден леопард. Красавчик. Хорошее состояние, корни хорошие, все с ним в порядке. Поэтому корни даже не показываю. Там, где будут плохие, прям буду показывать. Так. Мультифлора на несколько цветоносов с яркой такой хищной губой. Очень интересная. Так, мальвина вижу отсюда. Уже, ну, подсохшая, да, уже отцветает вся. Такая красотка. Как же сегодня громко работает музыка, я прям не могу. Слишком перекрикивать, прям вообще нет желания. Ой, вообще, посмотрите. Мне на сангрию, кстати, напоминает. На три цветоноса, мультифлора такая. Показалось, думал, там два растения. Нет, одно. Вот торчит, даже его доставать не буду. Посмотрите. Интересный. Вот красоточка у нас тут имеется. Такая... Белые. Белых много. Ценник у белых 1500. Почему-то. Это, видимо, свежая поставка. Посмотрим с вами дальше. Вот тоже посмотрите, какая. Вот. Так, у нас тут начинаются уже крашеные. Ну, крашеные прям их очень много. Чересчур много. Так, здесь у нас есть минички. Минички у нас по 700 рублей. Такая вот вся прелесть. Вот. И обращайте внимание всегда на минички. В миничках очень часто попадаются пилоры, бабочки и так далее. Если вы уж хотите найти, то обращайте внимание на них. Очень часто мутации именно у них происходят. Ну так, все цвета давайте с вами рассмотрим по-быстрому. Состояние более-менее, не скажу, что прям вау, но и не плачевное. То есть, ну, более-менее. Насыщенный такой цвет, приятный. Вот еще желтые. С ярко-красной губой. Так, кто у нас тут с края? Вон, посмотрите, какая красота. Дайте его вот так на свет. Вот. Приятно. Так, у нас беглипа завезли. Смотрите-ка. Какой красавчик. И вот, что меня больше радует. Посмотрите на это качество. Отличное качество растения просто. Отличное. Я вместе с вами впервые смотрю. Я не смотрел, что тут есть. Поэтому смотрим с вами впервые. Ценник 1500. 1500. Ну, вы посмотрите на это вообще. Ой.
Ну какой же он крутой. Да? Красавчик. 1500 вообще, это не жалко. От слова совсем. Ой, посмотрите тоже. Нежность такая. Светолк. И вот вы будете смеяться, но он меня реально ждет. Вот реально. Он стоит здесь до сих пор. Тот, которого я хотела взять себе. Вот он, видите? Может, сегодня заберу его с собой. Потому что, ну, раз так долго у меня стоит, ждет, может быть, я его и заберу. Так, кого бы отсюда еще вырвать? Посмотреть. Ой, да, красавчик. Вот тоже. Вот, посмотрите. Такой. Очень интересная орхидея. Нет, ну у нас тут, правда, много-много беглипов. Вот, посмотрите. Один беглип за другим. Ценник 1000 рублей. 1000 рублей. Дальше. Дальше у нас здесь главная экспозиция. Давайте посмотрим с вами. Вот. Смотрите, какие у нас белые пестрины. Интересно, есть. Здесь. Очень интересная орхидея. 1000 рублей. Такая. Вот. Посмотрите. Большая-большая, 1000 рублей. Так, а как бы ее вот. Ой, такая пестрость. Дайте-ка вот так вам ее покажу. Вот. Вот. Свет прям падает так плохо, жалко. Вот. Вот. 1000 рублей. Посмотрите, какой. Ой, вообще, да? Смешной орликин такой. Ой, думаю взять. Слушайте, я такого не видел. Тут причем двойной пакет такой странный. Розетка хорошая, корни вон, ну, более-менее состояние. Вот, нормально. Приятно, я его прям отставлю, я к нему вернусь. Тут минечки завезли, смотрите, еще дополнительные. Вот такие. Голос до сих пор не вылечил, поэтому не спрашивайте. У меня столько работы, что я не могу его залечить никак. Ну вот, да, желтые у нас минички такие, красавчики. Но это новые. Все остальное мы с вами на том стенде видели. Много-много дендробиумов осталось, цена 2000. И тут нам королеву завезли, посмотрите. Ванда. В такой вазе большой. Одна. Одна ванда. Цена 8000 рублей. Ну, давайте на нее посмотрим с вами. Ну, вы посмотрите сразу вон туда. Вон, видите, гниль идет, поэтому ее уже, если только на реанимацию брать. Но я не рискнул. Слишком большой риск. Я не рискнул взять ванду. Я к ним подход ищу. Сейчас вот более-менее налаживаю отношения, потому что моя ванда только начала наращивать корневую. Вот только-только. Крупнющий беглип. Такой. Тысяча рублей. Вообще недорого, слушайте. За такое качество можно и отдать. Так, еще один такой есть у нас. Сразу вот. Красавец. С пестрой листвой, видите, она прям серая. Красивая листва у него. Их тут два. Ну вот, смотрите, еще белый беглип есть. Вот оно. Тоже 1000 рублей. Вот красавчик. Так, тут то ли паприка, я не помню, как назовем. Или, боже, я не помню, звезда. Ну, вы опять пишите в комментарии. Я тут это, руки умываю, как обычно, это ваше дело. Пишите сорта.
Так, теперь смотрите-ка. Она осталась еще одна. Точнее, он. Да? Остался еще один. Пока вижу одного. Ну, вон, видите, у него там проблема прям. А другого забрали уже. Все. Ой, ну красавица. Даже вынимать не хочу. Вот так просто ее подснимем. Крупная, большая. Красивая орхидея. Тут у нас цветение ракушка. Смотрите. Так. Приятный. Смотрите, какая корова есть. О. Крупнющая просто. Посмотрите на это качество. Идеальное. За 1000 рублей. Отличное качество. Просто отличное. Посмотрите. Крупный куст. Тоже 1000 рублей. Пожалуйста. С обратной стороны он тоже очень приятный. Вот с этой вот темной полосой. То, что надо. Красавчик. Вот, посмотрите, у нас тут такой беглип еще есть. Крупный. Вот. Посмотрите качество. Качество отличное. Можете смотреть. Такая радость. А я вас обманул, смотрите-ка, и у нас еще один такой есть. Уже третий. Да что-то в обе прямо разошелся. Вот опять сизый лист виден, красивый. Еще одна сторона есть. Так, тут вот он. Еще два красавца остались. Вот они, смотрите-ка. Еще есть. И вон он. Уже упаковку сняли с него. Биглипы еще. Ой, ну посмотрите, ну какой это размер цветка. Но я не преувеличиваю. Дорогие друзья, ну посмотрите. Огромная, просто. Она огромная. У нее цветок вот чуть меньше, чем у сингала. Вы посмотрите. Вот большой крупный цветок антуриума. Чтобы вы понимали, посмотрите. В сравнении. У антуриума меньше. Такая лошада красивая вообще. Народ, пока есть, я вам советую сегодня, после работы, или же сорваться из дома, просто так с ней сидеть, а приезжать. Потому что качество, цена, шик, блеск. Посмотрите. Посмотрите, сколько сейчас бутонов у него распустится. В эту мультифлору. Качество отличное. Просто шикарно. Вот. Поэтому приезжайте, берите, покупайте. Вот тут, посмотрите. Корова такая красавица. Ну, выбор огромный, правда. Прям можно здесь сидеть еще минут 30. Но я не хочу видео затягивать. Просто говорю о том, что прям вот приезжайте. Прям вот приезжайте, забирайте. Это же качество, цена прям очень-очень приятная. Свежая подставка, свежая. Поэтому что-то мертвого тут нету. Вот прямо я их отставил вот так, посмотрите. Но тут прям море всего. Главное, редкого. То, что не найдете потом. Вот тут еще минички притаились. Тут у нас
Вот такие. Милая точка роста, но посмотрите, какая. Вообще прям чуть ли не каменная роза. По цвету. Посмотрите. И текстура эта, ой, вообще. Кайф, 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 кайф. Ну, видите, да, у нее там проблема сильная. Была бы она на уценке, я бы ее спасал бы. Потому что очень красивый цвет. Очень красивый. Ну, ладно. Ничего, ничего. Как бы вам еще что-то продать? Как будто, блин, мне обе за это платят. Да мне вообще никто не платит. Я только деньги на транспорт трачу. Все для вас, мои дорогие. Стараюсь. Выезжать, когда есть выходной день или же пару часов отдыха, вот сюда выезжаю, вместо того, чтобы отдыхать. Вот так, да, у нас? У меня еще тоже красотка. Интересная, да? Ну да. Да. Наконец тишина. Прям даже приятно. Но только скажу, тишина и все, и никакой тишины. Ну ладно. Ну вот при очень-очень приятный биглип сейчас есть. Поэтому приезжайте, берите. Сегодня пятница, адрес, как обычно, в начале ролика. Поэтому всем. Вон такая вот еще красавица попалась. Смотрите. Биглип. Такой. Ну прям действительно очень красивый. Но корней там нет. Корней нет от слова совсем. Поэтому очень жаль. Не, ну спасти-то можно, почему нет, но какой смысл? У меня уже спасать уже негде. Ну прям правда. Тем более я уже на сегодня уже одну взял спасти. Цимбидиум, поэтому хорош. Так, ну я уже собирался уходить, но я забыл. Тут же у нас тоже есть стенд. Посмотрите. Намного лучше исполнение. Вот эта шикарная а-ля каменная роза. Сзади мрамор такой. 1000 рублей. Шикарная. Посмотрите, вот биглипы есть. Просто качество, качество. Вот посмотрите качество. Я удивлен очень. Я давно такого качества Тоби не видел. Вот, смотрите. Я штатив уже убрал, поэтому просто не хочу все это доставать заново. Ну, и корни там более-менее есть. Для них это вообще редкость, чтобы корни еще были. Вон биглип у нас тоже, смотрите. Вон, посмотрите, красавчики. Тут у нас встречают сразу, смотрите. Мальвина. Тут у нас такой биглип. Ой, вот это вот у меня была. 1000 рублей тоже, смотрите. У нее прям питоновая кожа, смотрите. Рисунок питоновой кожи. Текстура, точнее, не рисунок, а текстура. Видите, да? То же самое текстура. Так. Рыженьки у нас есть здесь еще. Ну вот как-то так. То есть я уже все убрал, не хочу опять расчехляться. Вот, смотрите, тоже у нас есть биглип розовый. Ниже у нас опять же она вот сейчас вставлена. Посмотрите. Ну вот прям, чё не каменная роза тут? Шикарная. Шикарная. Вот. Ну, такие вот дела, друзья. Так, на этом всем большое спасибо. Мы все увидели с вами. Спасибо, что остаетесь со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.